Кирове 13 часов и 5 минут. Продолжается программа «Дневной разворот». Вы можете слушать нас на частоте 101.0. Ну и традиционно мы еще осуществляем онлайн-трансляцию наших программ. Ссылку на онлайн-трансляцию вы можете найти в телеграм-канале нашей радиостанции «Кировград». Заходите и пользуйтесь. Будем говорить мы во втором части, как и уже анонсировали, о проекте «Пешеходная Спасская», о завершении летнего туристического сезона в Кирове, о том, как проект сам показал себя, насколько он большое внимание привлек простых горожан и участников, чем был наполнен, как наполнен, какие выводы уже можно сделать, на что мы будем рассчитывать и что будем планировать уже на следующий год. И вот у нас много гостей в студии, сейчас будем их представлять. Да, Сергей Решетников, замглавы администрации города, начальник территориального управления. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Андрей Усенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты и вдохновитель проекта «Пешеходная Спасская». Андрей Леонидович, добрый день и вам. Здравствуйте. Добрый день. И Тамара Евсеева, куратор проекта «Пешеходная Спасская», руководитель детского центра, центра семейного отдыха «Замания». А, Тамара Валерьевна, или просто Тамара, можно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, логично все. Мы говорили, когда начинался проект «Пешеходная Спасская», напомню, что открытие состоялось 13 мая 2023 года, завершение было вот буквально недавно, 29 сентября, 1 октября, в эти самые выходные. Все было красочно, торжественно, коллектив нарядный приезжал из Малмышского района, да, там выступал в частности. Ну что, Андрей Леонидович, давайте подводить итоги. Как все? Удачный, неудачный опыт? Ну, не знаю, можно ли так судить уж категорично? Я думаю, что надо сказать, что это, во-первых, опыт. Действительно, опыт, который был наработан, опыт в значительной степени и для города, с точки зрения управления городом, и для общества в городе, опыт уникальный, с точки зрения того, что его раньше не было. Все-таки проект «Пешеходной Спасской» отличается от тех общественных пространств, которые в городе сейчас существуют. Я говорю про парки, набережную, различные пешеходные зоны. Он отличается, и мне кажется, он, собственно говоря, свое место вот это и занял. То место, которого в городе не было. Потому что для меня, как для человека, который, ну, собственно говоря, да, там, за вдохновителя спасибо, что называется, я там называю себя инициатором, потому что, ну, в какой-то момент очень захотелось, чтобы это пространство появилось, и я приложил к этому определенные усилия вместе с другими. Мне кажется, что проект свою заложенную в нем вот эту идею, функцию или там сущность, он ну, подтвердил за это время, по крайней мере. Проект стал связующим. Спасская стала с таким связующим пространством между центром города и пешеходной зоной в районе набережной, в районе существующей пешеходной зоны, да, вот этого блока. От Ленина до Казанской. Да, мы это видели прямо вот очень хорошо в день города, 12 июня. Большие мероприятия, проходящие в центре города, на Театральной площади, на прилегающих пространствах. И комфортное потом перемещение вот по этому пространству в зону Александровского сада, набережной там, да, и прогулочной зоны. Появилось связующее вот это вот пространство, через которое людям стало комфортно перемещаться. Причем как в одном направлении, так и в другом. То есть если раньше, условно говоря, приехали на театралку или пришли, в чем-то поучаствовали и разъехались, то теперь либо на Театральной площади, либо в парке Аполло, да, там какие-то активности происходят, и город оказался вот этой Спасской между собой связан. Поэтому это опыт однозначно хороший, наработанный, с которым надо работать, который надо улучшать. Понимаем, что были определенные сложности и трудности, и сами знаем их, но я могу совершенно, вот я как в мае сказал, да, это, когда меня спрашивали про впечатления, я сказал, что я такого количества улыбающихся там кировчан, ну, наверное, давно нигде не видел, как видишь на Спасской. И это сохранялось всю, собственно говоря, все лето, всю историю реализации проекта. Ну, с погодой еще повезло, солнечных дней очень много было, тут нельзя не улыбаться. Ну, Владимир, вот, понимаете, везет тем, кто везет. Но, тем не менее, Руслан Мамедов тоже руководитель до этого комментировал. Руководитель Центра туризма развития Кировской области. Да, и он, кстати, отмечал такой момент, что очень зависимый от погоды проект.
по итогу-то. То есть в жару люди неохотно выползают, да, на улицу, в дождь, в какой-то холодный. Да. Вот давайте так, это не относится исключительно к пешеходной Спасской. Нет, понятно. Это любое, в любом городе, любое открытое пространство зависит от погоды. Дождь нет людей, хорошая погода есть люди. Любой проект. Поэтому давайте не будем забывать, вот еще важный момент, я все сейчас скажу и отдам слово коллегам, то, о чем я тоже говорил все лето. Это пешеходная улица. Не надо там ожидать от нее заполнения постоянного какой-то концертной там программы. Это не концертная площадка, это не, ну не знаю, там, что там, развлекательный парк. Да? Это пешеходная улица, основной функционал которой — это приятные, комфортные, интересные прогулки. То есть не надо людей там удерживать, да? Там надо дать им то, что они хотели бы видеть на пешеходной улице, и мы знаем, мы сами с вами ее посетители, но не надо говорить о том, что раз там с 8 утра до 8 вечера не было постоянно на всей территории Спасской концертов, значит, проект неудачен. И не было задачи такой. Я прошу прощения, Андрей Леонидович, мне кажется, тут я натыкалась, скажем так, на противоположные отзывы в соцсетях по поводу того, что очень много и часто использовалась звукоусиливающая аппаратура. Это, опять же, тот опыт, который мы получили, и он трансформировался... Сергей Николаевич, присоединяйтесь, да. Он трансформировался. Да, я могу сейчас сказать... Сейчас по поводу тех, не знаю, обращений, да, ну, претензий, жалоб, которые поступали во время работы пешеходной Спасской. Ну, их было достаточно много. Действительно, мы разбирали их, там, как говорится, по крупицам, чтобы понять, да. Насчет звука, да, действительно, там много многоквартирных домов, мы это изначально понимали. Мы каждый раз, двигая то вверх, то вниз, находя вот этот компромисс с том, что всем было удобно и жителям многоквартирного дома, и пешеходной Спасской. То есть понятно, что мы понимали, куда надо нам подвигать, и мы нашли эти точки. В принципе, они там для нас понятны, где мы можем, как говорится, звук погромче, там нет населения привлечь, да, где надо потише, потому что есть, да, люди, некоторые люди из многоквартирных домов были счастливы, видя из окна, что люди ходят, и здесь какое-то мероприятие проходит, то есть не постоянно они, говорят, мы 5 дней смотрим на машины, а 2 дня смотрим на людей. То есть тут есть тоже позитивное, и они были, не так много позитивных отзывов, как все говорили, все плохо, все плохо, все плохо, но мы из этого плохо смотрели, там, самой первой, наверное, проблемой было, как нам ездить. Наверное, на вторые выходные мы уже нашли один альтернативный путь, который снял, ну, 80%. Половину. Ну, половину. А там в итоге разрешили открыли, пересекать, да? Спасск. Нет, мы нашли. Там какой-то заезд дорогу был? Да, открыли, дорогу заезд. Сделали, да. Сделали там гаражный кооператив, приходил там, все, у нас столько машин, мы каждый раз, я говорю, сколько раз вы ездите? Они говорят, раз в неделю. Я говорю, ну вот мы сделали. То есть мы действительно на первом, наверное, там в мае очень много сразу сняли вопросов, потому что мы какие-то предугадывали, которые должны были задать, и мы их там уже знали, как их решить. А некоторые там, ну, правда, после выходных мы каждый вторник собирались, и вот эти обращения там, а вот такое-то, ну давайте вот так, так, так. То есть находили решение, в принципе, всегда. Так, громкий звук, автомобили, автомобилисты, что еще? Фаер-шоу. Что еще вызывало больше всего волнения? Ну, там вот громко только звук нам мешал, ну, еще фаер-шоу тоже мы не учли одни нюансы, но потом тоже нас поправили, и мы нашли, где можно проводить. А так, в принципе, вот таких, чтобы сказать, что мы чего-то там не решили, и оно осталось там на будущий период, ну, их всегда бывает, каждые выходные кто-то что-то задает, улучшая тем самым пешеходную Спасскую. Но можно ли сказать, что ближе к концу сезона уменьшилось количество каких-то жалоб? Да, конечно. Ну, насколько я знаю, вопросы по регулированию движения снялись совсем. Все было отработано, да. И ни у кого вопросов из жителей по заезду-выезду не было. Эта система была отработана. Я знаю, что здесь там, подтверждение Сергея Николаевича скажу, что на самом деле хороших отзывов было достаточное количество, потому что, посмотрите, Спасская стала преображаться.
Да, не будем отрицать, что проект «Пешеходная Спасская» привлек внимание к благоустройству улиц. Фасады, которыми несколько там лет не занимались, нашлись решения, они сейчас изменяются. Въезды во дворы, сами дворы. Внимание к состоянию дворов на то, что жаловались жители до этого, когда дворы были без должного там ухода. А, конечно, там реализация проекта в центре города привела к тому, что повышенное было внимание. И, в общем, многие жители это были за это благодарны. В рамках каких программ там началось? Да. Откуда? Ну, удалось. Что нашли? По въездам мы свою программу, то есть это наша... Муниципальная? Муниципальная, как бы зона ответственности. Часть домов через программы реализовывались. Мы просто говорили, вот, ребята, есть такие-то программы, хотите ли вы поучаствовать? То есть, ну, это достаточно открыто. Мы каждый год проводим много программ по благоустройству. Я знаю, там люди со Спасской 16 там садили цветы все лето. Правда, не на самой Спасской, чуть пониже. Ну, то есть, люди приходили, говорят, помогите нам вот так. Ну, давайте посмотрим, как мы можем... Есть ведь инструменты разные, не только, чтобы все муниципалитет. Я знаю, что там бизнес откликался очень в это. У бизнеса там сразу аренда, я знаю, что выросла, потому что, ну, трафик определенный есть, и я знаю, есть предприниматели, которые до сих пор очереди стоят на помещение под аренду. Даже вот так, как бы, есть и такие примеры пешеходной Спасской. А еще какие эффекты с точки зрения бизнеса? Да, простите, перебиваю. Андрей Леонидович. Отметил бизнес, возможно, не только увеличение аренды, но и прибыль выросла. Ну, я думаю, что такая, видите, это история, которая срабатывает, ну, не сразу, да. Мы видели, мы видели тех заинтересованных предпринимателей, которые выходили в режиме там уличной торговли, условно говоря, да, и заполняли собой там отчасти Спасскую. Мы знаем предпринимателей, которые начали приводить в порядок там свои офисы, свои точки, свои помещения. Там мы, ну, классе, там, мне кажется, самый яркий пример там на углу квартала старого универмага из ларька, в котором продавалось черти что, появился сувенирный магазин сувенирной продукции. Там, да. Поэтому предприниматель тот же. Нет, сменился предприниматель, теперь дирекция, теперь хороший отремонтированный магазин сувенирной продукции. Поэтому бизнес сейчас рассматривает, и здесь очень важно, видите, ну, предсказуемость действий, да, то есть решение по Спасской, там, по сути дела, принималось уже там в конце апреля окончательно, и рассчитывать на этот год было сложно. Сейчас, насколько я знаю, бизнес уже рассматривает действительно варианты там открытия новых точек, действительно подросли цены на недвижимость, но это будет работать на горизонте нескольких лет, потому что это вложения, это ремонты, это там, ну, новые бизнесы. Поэтому. Но могу сказать, что там, с точки зрения существовавшего и существующего на Спасской бизнеса, ну, ни одного там, кто сказал бы, что я там недоволен, или кто сказал бы, что для меня это никак не отразилось, ни одного нет. У всех по-разному, разные целевые аудитории, разные группы потребителей, по-разному там бизнес участвовал в этом, но из бизнеса недовольных нет точно. Тамара, вы как куратор этого проекта, я так понимаю, занимались больше наполнением? Да, все верно. Организационными вопросами, да. Вот с точки зрения наполнения, как проект себя отработал, на ваш взгляд? Хорошо. Задачи, которые выполняла не только я одна, у меня большая команда, порядка 7-9 человек. Работа начиналась в понедельник, собрание. Если был поближе немножко микрофон еще. Если был какой-то повод, соответственно, максимально старались к нему приблизить участников. То есть... День защиты животных, да, соответственно, вышли все, кто ну, какие-то календарные, этого, да. День физкультурника, соответственно, тоже. В августе. Да. Но большая часть выходных наполнялась в понедельник, начинались звонки, сообщения, выйдешь, не выйдешь, кто-то на даче, у кого-то товар закончился. Но в целом сообщество и художников, и музыкантов, и ремесленников, оно очень хорошо реагировало на наши... звонки, на наши сообщения, в том числе мы обращались в театры. Были идеи очень замечательные, надеюсь, на следующий год мы их реализуем. Вот-вот, хотел спросить, а что не успели реализовать из того, что, о чем думали? Да-да-да, очень масштабные вещи, под
которые нужно очень много времени, трудозатраты людские. Но, надеюсь, в следующем году это все удастся выполнить. Например? Поставить кусок спектакля на пешеходный Спас. Под открытым небом? Да. Угу. Ага, вместе с кем-то, с каким-то из театров, да, наших? Да, верно. Ага. Или со всеми, там какая-то коллаборация? Вели переговоры с многими. Ну, то есть многими. На всю Спасскую, молилась ли ты на ночь Дездемона, да, там что-то такое? Выходили маленькие камерные театры, им очень понравилось работать, например, «Новое поколение». Они сначала отказывались, потом где-то в августе они один раз вышли, им очень понравилось. То есть дети, которые на Спасской выступали, они перестали бояться публики, они стали более раскрепощенными. Ну, это одна из задач, да? Да. Показать себя, найти контакт со зрителем. Да, очень многие артисты, которые выходили, ребята, саксофон, скрипка выходила, певцы, они за эти несколько месяцев очень сильно развили себя. Вот, и смотреть было на них очень здорово. То есть, когда ты на них в мае смотрел, это одна история, когда в августе они уже раскрепощенные, уже чувствовалась в них другая энергетика. Ну, а смотрите, Тамара, да, можно ли как-то оценить количество людей, которые в начале мая, скажем, ну, в самом начале реализации проекта хотели побывать там, да, что-то, я не знаю, продать свои какие-то поделки, еще что-то, принять участие там в качестве каких-то творческих коллективов, и ближе к концу же сезона увеличивалось ли количество этих людей там? Или, например, вначале вы искали их сами, в конце они уже обрывали вам телефоны? По-разному было, да. Когда стартовал проект, участников было очень много, абсолютно разных. Потом начался летний период, кто-то на даче, кто-то в отпуска уехал. Вот, и в августе очень много, опять активность повысилась, они захотели участвовать в этом проекте, выходить заново. Ну, у некоторых мастеров, допустим, им нужно ведь свой товар смастерить и сделать, да, и что-то закончилось. Очень много новых в августе и в сентябре появилось. Есть один участник, который вначале прямо отказывался, мы выходили на него, нет, я не пойду, это будет обесценивание моей работы. В итоге... Три раза он потом выходил. Тоже сам... что-то готовит, да, сам? Нет, это артист. Артист. Артист, да. И он в конце вышел трижды, ему очень понравилось. Он полностью пересмотрел подход к проекту «Пешеходная Спасская». А чем он объяснял обесценивание? Мы не спрашивали. Личное дело. Что ко мне не будут ходить, да, не будут платить вещи. Кто-то там ассоциирует себя с уличными музыкантами, в которых там открыт футляр, в который бросают деньги, а я выступаю на большой сцене. Разные были ситуации. Действительно, в самом начале было много внимания, потом каждый для себя пробовал, отрабатывал, менял форматы. Кто-то уходил со Спаской, говорил, что это не мое, и это нормальная история. Кто-то, как галерея Прогресса, там, да, там на все лето. Ну, галерея Прогресса, да, там все встали, выходные. Там, да, с замечательным арт-маркетом, соответствующим там духу, добавляли событийкой что-то. Там, замание, которое там, да, там развлекало детей, и это было как, ну, я сам каждые выходные там старался по Спасской пройти, были разные активности, это было очень хорошо. На самом деле, вот в идеале, там, коллеги, давайте правде в глаза скажем и посмотрим, да, почему там Тамара куратор, я вдохновитель, там, Сергей, у проекта нет директора. Да, нет директора «Пешеходной Спасской», нет такого там юрлица, нет. Потому что на самом деле это проект, который, ну, через некоторое время должен самовоспроизводиться. Это пространство, которое должно наполнять себя само. Ему нужна определенная координация, и, слава богу, городская администрация именно так к этому относится, с точки зрения помочь, скоординировать, поддержать. Мы совместно работаем над тем, чтобы вначале его вот, как бы наполнять, придерживаться того, что должно быть. Потому что когда во второй день, 14 мая, я приехал на Спасскую, и вся она... Была заполнена людьми, да, уже? Нет, я приехал рано, поэтому пока она наполнялась запахом шашлыка, а там роза ветров такая, что в одном месте жаришь, и по всей Спасской шашлыком пахнет, я сразу сказал, ребята, это не про это. У нас есть места, где пожарить шашлык, поесть его, пожалуйста, вот туда, убираем. Это не в концепции. Поэтому мы вот
помогаем ему наполниться, но в идеале через несколько лет это проект, который должен, ну, вот сам себя наполнять, привлекать. Без каких-либо согласований? Соблюдением определенных правил и традиций, я бы так вот сказал. Да? Должно быть понятно, что ты сюда с мангалом не выйдешь, а с саксофоном выйдешь. С гитарой или с другим музыкальным инструментом. Добро пожаловать. Вот так оно должно сформироваться. Тамара, а были идеи, которые пришлось после обсуждения все-таки отказать там, инициаторам? Что-то как-то чересчур для пешеходной Спаска. Не было такого? Чересчур не было. Было. Давайте признаемся. Была идея замечательная на зиму продлить. Но я думаю, у нас в ходе обсуждения бы дошло до этого вопроса, я бы его обязательно задал. А почему бы да? Но мы решили отказаться от этого. Я бы в рамках наполнения еще очень хотела. Сейчас Сергей Николаевич пояснит, почему да. Да, Тамара, продолжайте. Районы, которые к нам приезжали с области где-то середины месяца, их было не так много, но они были все, что называется, рады приехать. Они были все идейные, заряженные. Главы районов приезжали не один раз, проходили по Спасской. Этого надо сюда поставить, это сюда. А вот это как? А вот это хочу. Настолько щепетильно отнеслись к этому вопросу. Это было очень важно для нас. И когда они приезжали вот целыми районами, с костюмах, с баянами, с гармошками, и на них шли. На них шли, и жители, которые когда-то приехали в свое время, выходцы из тех самых районов, земляков, да, своих увидеть. Да. Да, и вот районы тоже внесли очень большой вклад. Некоторые, кто приезжал, ремесленники с районом, они потом самостоятельно стали приезжать и реализовывать свою продукцию, какую-то очень уникальную. То есть в августе и в сентябре появились из районов постоянные участники этого проекта. Проект с районами был вообще действительно очень правильным, потому что, опять же, ни в одном из ДК такой аудитории, такого эффекта для представления района не получить, если разово там это делать. Очень большим интересом пользовались и действительно там возвращались. Я помню, как из Истабенск приехал, значит, за 2 часа продал и раздал все, что было, съездил еще, и на следующие выходные приехал еще и привез эти замечательные свои соления. Ну, благо ехать недолго, не так далеко. И очень многие ведь открывали для себя районы, открывали для себя Кировскую область, что где есть, поэтому... Сергей Николаевич, что там в следующем, году к нам приедут регионы. В этом году были районы, а про регионы... Чуть позже об этом поговорим, да. Поближе к микрофону. Объективные причины, почему в зимний период Спасская, на ваш взгляд, трудно осуществима? Ну, во-первых, это зима. Зима, снег, осень, весна — это разница температур. То есть, давайте представим, что мы открываем ее с утра. Условно говоря, будет мороз. Минус 20, 25, 30. Давайте начнем с более там минус 10, а днем будет плюс 2. То есть вручную нам не успеть такой объем убрать. То есть чтобы наши граждане понимали, они же говорят, это пешеходная Спаска. Но она должна быть всегда летом. Да, там летом, между прочим, дежурили, курсировали с 8 утра и до последнего, как говорится, клиента. Там люди ходили туда-обратно, чтобы показать именно это, что пешеходное. То есть, зимой... в первую очередь, вопрос содержания уборки. Ну, содержание, да. Зимой это, конечно... Ну, вопрос качества пространства, коллеги, давайте исправим. Да, тут в качестве... То есть, успеть мы, наверное, успеем, но никому не интересно будет там вот на эти сугробы смотреть, тем более их надо будет механизированно убирать, а механизированно мы только можем заехать ночью. Когда никого нет. Да, то есть, чтобы не создавать вот неприятности друг другу, то вот мы решили, что вот лето — это самая прекрасная пора вот именно для продвижения этого всего. Как проект повлиял на существующую пешеходную вот этот кусочек Спаска, и там какой отзыв от предпринимателя Андрея Леонидовича был? Ну, у нас изначально, когда мы, собственно говоря, проект инициировали, получили поддержку от тех коллег, которые находятся на том отрезке Спаской, потому что мы понимали, что
Им это тоже даст дополнительный трафик. Это никогда не рассматривалось как конкурентное пространство. Наоборот, мы понимали, что это единая связанная территория. Мы видим, как отозвали. Мы на самом деле, это я бы даже сказал, что не делим внутри-то, как бы, ну да, там эти отрезки. Шли, мы прошли. Называем проект «Пешеходная Спасска», часть постоянно работающая, часть периодически. Смотрю на часы, понимаю, что на полторы минуты рекламы нам нужно сейчас прерваться. Прямо сейчас это сделаем и вернемся в студию. Продолжаем наши разговоры. У нас в гостях Сергей Решетников, замглавы администрации города, начальник теруправления по Первомайскому району, Андрей Усенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты, вдохновитель проекта «Пешеходная Спасска», и Тамара Евсеева, куратор проекта «Пешеходная Спасска» и руководитель Центра семейного отдыха «Замания». Буквально 8-9 минут у нас остается, вопросы еще есть. Да, раз уж затронули вот тот кусочек существующей пешеходной улицы, я не обратила внимания, если честно, сделали ли в итоге больше светофор зеленый? Потому что поднимался такой вопрос. На пересечении Спасской и Казанской? Да, потому что поток людей увеличился, и, соответственно, жаловались люди, что не успевают переходить дорогу, потому что там зеленый, не знаю, секунд 10-12, по-моему, всего горит, очень мало. Сергей Николаевич, увеличили в итоге? Увеличили в итоге. Поближе. 22 секунды, и он так и горит. Да, а по ощущениям-то совсем как-то мало. Ну, надо себя держать. Или Ленина шире, чем мы думаем. Ну, возможно. Мы просчитывали, то есть там проблемы, это же все моделируется, просчитывается, то есть не так просто, что вот мы решили 22 секунды, то есть это расчетное время было то, которое было комфортно для всех, то есть не было там, вот пешеходная Спасская, надо сделать им приоритет. Ну, давайте будем уважать и других участников дорожного движения, которые улица Ленина у нас является такой загруженной улицей, если бы мы там увеличили время пешеходов, то там проблемы бы возникали. Ну, на самом деле, давайте прямо скажем, вот мы втроем, еще целый ряд там тех, кто имеет отношение к проекту, были на нем чуть ли не ежедневно в период его работы. Мы все ходили, мы все смотрели, все реагировали моментально. Да, тот вопрос, который вы говорите, он поднимался как предположение, что, наверное, потребуется увеличить. Но на самом деле просто путем даже наблюдения было видно, что тот поток людей, который есть, он совершенно спокойно справляется. Я знаю, что до настроили эта история была сложная с уклоном, катящимися детьми и преграждениями. Вот там выводы были сделаны, донастроили. Почему, кстати, опять же, в процессе наблюдения пришли к выводу, что не надо открывать свободы. Помните, сначала говорили, так попробуем. Не произошло, давайте там, опять же, вот будем объективны, никаких сложностей с точки зрения транспортного движения в центре города в выходные не было вообще. Все нормально ехали абсолютно. И поэтому свободы решили не открывать, не делать вот эту историю разрывистой части, потому что действительно уклон, дети катаются, это все равно потребовало бы каких-то механических преграждений, что противоречит самой идее Спасской. Поэтому вот в режиме ежедневного анализа, да, Сергей Николаевич, там вот прямо донастраивались, переносили туалеты, биотуалеты, да, там, да, с этими местами, разговаривали с собственниками помещений, перемещали точки расположения. Поэтому проект был очень динамичный с точки зрения реакции на улучшение или на отработку каких-то, ну, там, реакций. Опять же, Тамара, что касается наполнения. Понятно, да, что все это регулировалось с участниками, с теми, кто приходил на Спасскую. А поступали ли какие-то предложения от тех, кто приходит туда погулять? Ну, что люди говорят, вот мы хотим что-то видеть, нам не хватает музыки, нам не хватает доработать еще больше картин там или еще чего-то. Нет, таких вопросов не было. Мы начали делать еженедельную афишу в группе «Контакта» на пешеходной Спасской. То есть мы в понедельник понимали к среде, кто у нас участники, и делали афишу. И август-сентябрь люди приходили уже на конкретное действие. То есть там конкретные музыканты, люди, которые любят слушать джаз, они приходят на него. Люди с детьми, соответственно, приходили на какую-то детскую анимацию. Поэтому люди научились читать, смотреть, и конкретных запросов к нам не поступало.
буквально несколько минут. Андрей Леонидович уже сказал о том, что Дни регионов у нас будут в следующем году на пешеходной Спасской. Но перед этим хочу спросить. Вы обладаете широкими связями, понятное дело. От гостей из других регионов, из других городов отзывы какие о пешеходной Спасской? Удалось их услышать? Слушайте, это вот одна из очень важных моментов, да. Потому что, находясь на Спасской, мы видели тех людей, которые привозят своих гостей или привозят туристические группы. И когда проект в первые же месяцы своего существования привлек такое внимание и такие отзывы от гостей нашего города, это дорогого стоит. Потому что те, кто когда-то уехал из Кирова, тут приехал, вернулся и решил сходить узнать, просто все обалдевали. Вот честное слово, прошу прощения за вульгаризмы в эфире, да, но именно так и было. Да. А гости, которые приезжали, очень важный был момент, я сейчас его обращаю на него внимание в других городах. А вот они приезжают в город и спрашивают, а куда сходить? И если ты им начнешь рассказывать про, драматический театр, в который надо купить билеты, то есть это все, конечно, хорошо, но это требует изучения. А мы отработали еще в туристической среде, в нашей среде гостеприимства, что если такой запрос есть, в выходные, скажите, сходите на Спасскую. А там есть центр туризма, в котором вам помогут где-то сориентироваться. Дальше вы выйдете там уже на другую часть города. Да? Вот очень простая вот такая вот, позиционирование. Понятное направление. Куда сходить? Сходите на Спасскую. И люди приходили, вот они вот с такими глазами ходили. Потому что, давайте скажем честно, я был во многих этих пешеходных улицах уже. У нас в хорошем она состоянии. Она красивая, губернская. Мы ее еще отремонтируем, она будет совсем классная. Доработаем с элементами оформления, но она уже очень нравится нашим гостям. Я честно об этом могу говорить. Вот минутка остается. Изучая все, что касается пешеходной Спасской, регионы стали добавлять себе в афишу прогулка по пешеходной Спасской. То есть, как одну из достопримечательностей нашего города, пожалуйста. Туда-то пошли, и обязательно прогулка по пешеходной Спасской. По поводу ремонтов, Сергей Николаевич, есть какие-то конкретные планы, конкретные деньги? Конечно, все фонд капремонта, есть ряд зданий, которые мы уже отремонтировали, есть планы у нас на следующий год до Дня города, да и сейчас она ремонтируется, то есть театр ремонтируется, в лесах стоит, много кто уже планирует свои ремонты именно на следующий год, апрель-май месяц. То есть есть понимание, есть, сейчас областные учреждения, знаю, что они входят в бюджет следующего года, то есть это точно уже подтверждено. А по дворам, возможно, город приводит в порядок улицы, посмотрите, вокруг все улицы стали в хорошем состоянии, та же Свободы когда. Свободы, да, мы сейчас этот толчок дали нам, то есть мы сейчас посмотрим, то есть много что задумано будем в следующем году реализовывать, но пока не буду открывать, пусть будет это тайна. Да и времени у нас уже нет. Пора нам закругляться. Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Сергей Решетников, Андрей Усенко, Тамара Евсеева. Завершаем на этом разговор о пешеходной Спасской. Будем, естественно, говорить о планах, я думаю, в ближайшее время. Соберемся, да? Спасибо, удачи всем. До свидания. Спасибо. До свидания.